Здравствуйте, с вами канал NameDB. Весной пробуждается природа, да и жизнь людей становится более активной и бурной. Кто-то спешит проявлять больше инициативы в работе, а кто-то стремится обрести личное счастье. По мнению известного астролога современности Павла Глобы, стала известна пятерка счастливчиков, которым начало весны может принести положительные перемены в жизни или какие-то значимые достижения. И в этом ролике вы узнаете, каким же знаком зодиака повезет в марте 2022 года. Овен. Реальный шанс подняться. Первый месяц весны для многих подопечных знака Овен может стать отправной точкой в процессе развития совершенно нового проекта. Это важный этап в жизни и уникальная возможность укрепить позиции в трудовой сфере. Это позволит повысить авторитет в глазах руководства и может открыть новые перспективы карьерного роста. Овну важно быть максимально активным и инициативным с первых дней месяца. Тогда к середине марта вам удастся заслужить доверие и уважение начальства. А это и есть первый шаг к повышению. Главное не бояться использовать новые и неординарные методы работы, чтобы еще больше повысить шансы на успех. Телец. Прибыль уже близко. Для практичных и рациональных тельцов в первые недели весны 2022 года звезды подготовили особый сюрприз. Это может быть прекрасная возможность подзаработать и повысить уровень доходов. Как известно, телец особенно зависим от материальных благ, поэтому сейчас самое время воспользоваться положением и выжать максимум из дополнительного источника доходов. Не бойтесь действовать быстро и решительно, если получите предложение о смене работы. Этот риск непременно окажется оправданным и приведет к крупной прибыли. Рак. Счастлив в любви. Измучившийся от сомнений и терзаний рак наконец сможет вздохнуть спокойно. Проблемы, связанные с личной жизнью, начнут постепенно решаться. В марте 2022 года рак может снова вспомнить о том, что значит любить и быть любимым. Не бойтесь с упоением наслаждаться этим чувством, но и о работе не забывайте. Долгожданное счастье может накрыть подопечных знака рак с головой. Однако и это еще не все. Звезды пророчат кардинальные перемены в жизни подопечных этого знака. Скорее всего, они получат не только признание в любви, но и долгожданные предложения. И в скором будущем многие раки могут отправиться под венец. Весы. Творческие идеи. В подопечных знака Весы весна может пробудить активность и решительность, которых им так не хватало в холодное время года. Пришло время вливаться в работу и приступать к реализации давно запланированных или ранее начатых проектов. Для подопечных знака Весы это прекрасная возможность успешно реализовать интересные творческие идеи и задумки. Не бойтесь быть креативными и неординарными. Это только ускорит процесс их реализации. Активное развитие творческих способностей может принести не только признание, но и прибыль. Рыбы. Удача и в работе, и в любви. Для людей, рожденных под знаком Рыбы, март 2022 года вообще может стать по-настоящему уникальным месяцем. В этот период у вас появится прекрасная возможность не только достичь новых побед на профессиональном поприще, но и урегулировать проблемы, связанные с личной жизнью. Главное суметь найти золотую середину, чтобы на все хватило времени. Рыбы могут получить предложение принять участие в перспективном, прибыльном и очень интересном проекте. Смело предлагайте оригинальные и неординарные идеи, чтобы конечный результат работы был еще более ошеломляющим. А грандиозный успех в делах непременно скажется и на положении дел в личной жизни, вызвав восторг и восхищение у второй половинки. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!